Прокурор Марселя выдвинул предварительную версию крушения лайнера компании German Wings. По его словам, данные из черных ящиков показывают, что второй пилот хотел уничтожить самолет. Андреас Любит заблокировал дверь в кабину и начал намеренное снижение, которое привело к падению лайнера в горах. В авиакомпании Люфтганза эту информацию пока не подтверждают. Тем временем уже началась транспортировка тел погибших. Напомню, самолет, следовавший из Барселоны в Дюссельдорф, в минувший вторник разбился в труднодоступном районе Альпы на юго-востоке Франции. В катастрофе погибли 150 человек. Среди них трое казахстанцев и граждане Германии, Франции и Испании. Мы слышим, как командир просит второго пилота взять на себя управление самолетом и покидает кабину. Оставшись в одиночестве, второй пилот начинает снижение. Командир в это время хочет вернуться в кабину. Далее слышно, как он пытается выбить дверь. Причины, по которым второй пилот это сделал, до сих пор неизвестны.